В Бурлинском районе прошли военно-экономические учебно-тренировочные сборы. Ответственные лица встретились с военно-обязанными, а также с полицейскими, сотрудниками районного отдела ПЧС и другими специалистами. Кроме того, состоялся осмотр техники. Эта встреча была организована в соответствии с поручением руководства области о проведении военной подготовки среди военнослужащих. В открытии мероприятия приняли участие аким района, помощник акима области по вопросам военной безопасности и обороны, сотрудники отдела по делам обороны и руководители других ведомств. Военнообязанные, участвующие в сборах, в течение 10 дней будут отрабатывать строевую подготовку и необходимые навыки. Всего их 85 человек. Согласно закону Республики Казахстан о воинской службе и статусе военнослужащих и членов их семей, а также постановлению Акимата о воинской обязанности и воинских сборах, одним из элементов подготовки является проверка готовности к несению воинской службы, в частности, проведение практической работы путем направления военнослужащих Бурлинского района в город Уральск сроком на 10 дней на военные сборы. Сборы продолжились на базе АО «Аксай Автотранс», где присутствующим показали технику и проверили готовность к чрезвычайным ситуациям. В настоящее время в Бурлинском районе по плану и с согласия первого заместителя министра обороны, начальника штаба, проходят военно-экономические учения. Они начались 4 сентября и завершатся через 10 дней. Участвуют 10 военнослужащих запаса и 75 сержантов. Оказавшим содействие в организации сборов были вручены благодарственные письма от имени акима области и нагрудный знак за вклад в развитие ветеранского движения. Также в этот день присвоили воинские звания. Олег Великий, Таншолпан Амирханова, Акжаик Акпарат.